Здравия желаю. Продолжаем те же опыты. Сейчас уже взяли вот тот светильник, видите, отключили. Вот сейчас вот этот регулировали. То же самое. Ноль. Видите? На нем ноль. Также применяется эта же батарейка. Сим. Вот смотрите. Откручиваю. Вот уже 0,1. 0,1. А сейчас закручиваем. Все. Еще чуть-чуть. 0. А лампочки горят. Видите? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 16. Но тут по 0,2 ватта. Более мощный, чем на той. То есть батарейка. Сим, ручка сим, вот ручка, крутим, и ставим на амперы, ноль. То есть можно практически отрегулировать много чего, только на запчасти более мощные и более мощные батареи. Ну, схему я вам показывал, вот она. Здесь только светильник более мощный. 16, но они на 0,2 ватта. То есть 3 с чем-то. 3 с чем-то это. То есть горит. И как видите, тоже 0. Вот она батарейка. Светильник. Написано на нем. Значит, Майда Инче 0,16 штук по 0,2 ватта. Видите? Все горит. Все горит. Отрегулировано. То есть на светодиодных проще, так как там, видите, светодиод стоит. Ну, я на счетчике-то регулировал. Говорили, счетчик хреновый. На этих можно. Причем тут счетчик, блин? Что, дураки, блин? То есть, на, ребята, чтобы это продвинуть дальше, надо, значит, аккумулятор побольше, мощный. А лучше даже два аккумулятора, там у меня есть схема. Может, и не надо светильники регулировать, а схема просто зарядка умножением. Потом зарядка, как вчера показывал, через короткое замыкание тоже этим прибором разрезаем. После того, как она подсела, мы ее прогреваем этим прибором, батарейку. И потом она возвращается взад. То есть это, видите, это даже лучше, чем вот и ротовертер стоит. Ротовертер тут, видите, трущие детали. А тут ничего нету. То есть такая схема лучше, но надо запчасти. Побольше запчастей. А не надо там, как эти рептилоиды, вот там. Это не так, вот это тут не сяк. Прибор плохой, то плохое, да все плохое, блядь. А этого не надо, а надо помогать. Потому что направление верное. На счетчике я это все проверил. Когда это орали эти рептилоиды, что счетчики негодные, там то все. Проверял 1000 раз. Все работает, все регулируется. Вечная энергия доступна людям. Доступна, только надо побольше запчастей, чтобы сделать это не только вот на такие маленькие светильнички, а и сделать, запитать, все квартиры запитать, все запитать. И отрезать нахрен эти трубы эти, провода, все обрезать. Нам это не надо. Мы должны свет получать сами. Благодарю вас за внимание и понимание. Всем здоровья и удачи.